Как интересно провести время, не выезжая из города. Столичная администрация обсудили, какие активности будут действовать в Чебоксарах для горожан и гостей столицы в летний период. На Красной площади завершен второй этап озеленения, высажено более 2000 растений. Совсем скоро здесь установят новую карусель. А по вечерам на площади начнут проводить творческие мастер-классы. Порадует посетителей и Московская набережная. Летом для чебоксарцев здесь организуют занятия по фитнесу и йоге. Активно отдохнуть можно и в городских парках. В Лакрейском лесу открыт фуд Корт. Все аттракционы прошли освидетельствование. В парке Николаева работают веревочный городок, зооуголок и мобильный планетарий. Самый большой батутный парк столицы республики открыт в этнокомплексе «Амазония». А тех, кто любит плескаться в воде, ждут в аквазоне. Она тоже уже работает. Благоустроенные территории массового пребывания людей посещают десятки тысяч горожан, гостей столицы. В эти проекты за последние годы вложены огромные средства, средства федеральные, региональные, местные. Мы отдали этому много сил вместе с горожанами, готовили проекты, благоустроили территории. Ну и сейчас задача те территории, которые введены в эксплуатацию, правильно, грамотно содержать.